Ну что, вот этот знаменательный момент. Сегодня у нас рыбалка. Тут полно серьезных мужчин. Вот наш капитан сегодняшний. Вот наша лодочка. Люди заполняют здесь данные лицензии. Бумажка, нужно записаться. Вот так выглядят серьезные крючки на серьезную рыбу. Сейчас 4 утра, 4.23, если быть точным. Наша бригада собралась раньше всех, что хорошо. Но из плохих новостей то, что нам до точки ехать 3-4 часа на этой лодочке, где полностью даже сесть негде. Короче, все серьезно у нас. Сурово вообще. Все очень сурово. У нас уже светает, смотрите. Капитан так нормально идет, хорошим ходом. Хочет побыстрее быть, все для нас. Уже 3 часа пути. На вот ассистента уже наживку поставили. Какая-то порезанная форелька. Готовимся, скоро будет все. Нам рассказали, как пользоваться этими штуками. Ну, короче, нельзя доставать удочку. Сказали, что вы нифига ее не удержите. Рыбалка началась, я жду сам не знаю чего. Я совершенно не понимаю, что должно произойти. Надеюсь, люди другие понимают. Леска на 200 или 300 метров вниз опустилась на дно. Алексей уже ждет свою рыбку. Рыбку своей мечты. Ну, Алексей, ну поймал. Так, только с багром надо поаккуратней. Знаменит. По-моему, я какого-то бычка поймал. Сейчас посмотрим. На таранька. Водолаз, точно. 2000 years later. Он уже здесь, смотри, вот он. Вон твоя рыба. Ну что, Андрюха? Вот он. Нормальный, нормальный карасик. Оказался не бычок. Ну все. Ну короче, все, нарыбачились. Поздравляем тебя. Отдыхаем. Вообще распогодилось хорошо. Народ потихонечку ловит рыбу. Дело в том, что на лодке больше человек, чем мест для рыбалки. И поэтому мы ловим по очереди. Один поймал, потом пошел другой ловить. Мы с Алексеем пока что самую большую рыбу в своей жизни поймали. Ну, кроме марта и рании, конечно. Да, да. Да, но после них, в общем, они побольше, побольше. Потяжелее, в общем. Запуталась лесочка. А 3 удочки сразу запутались. Это кошмар капитана. Пошли рыбки одна за другой вообще. Красавица. 2 рыбы сразу, справа, слева, зацепы сплошные. Еще там рыба. Короче, пошла рыбалочка. О-о-о. Красота, красота. Оу, найс. Запуталось немного, но это ерунда, зато рыба на месте. Палтус, халибат по-английски. Ну
общем, какая наша задача? Вот то, что сейчас делает Алексей, надо аккуратненько спустить наживку вниз, просто придерживая вот так катушку пальцами. Самое главное, чтобы оно равномерно раскручивалось, потому что оно сегодня неравномерно раскручивается, оно может запутаться с другими удочками или просто здесь лесочка путается вот так вот. И получается, что все по новой надо делать. Вот такой вот улов. Рыбка отличная. Только что... О, кит выпрыгнул. Там не видно было, наверное. Но кит выпрыгнул. Там халибут греется, а сверху линкоды. Офигеть, сколько их. Просто офигеть, реально. Какой-то прям геноцид линкодов тут. Вот моя рыба, наконец-то. Рыба моей мечты поймалась. Приветики, как дела? Наверное, не очень. Разделывают палтуса. Готовят нам филе. Рыба очень красивая. Жалко ее немного, но все равно мы рыбу едим. Наловили просто очень много. Вот там вот тазик, он полностью забит был рыбой. И все вот эти вот ведра забиты здесь. Просто очень красивая рыба. Нормально, в принципе, на ужин хватит. Нормальная рыбалочка. Сойдет, да, Алексей? Супер. Сколько рыбы тут еще осталось? На уху. На уху можно. Филе рыбы в морозилку, в пакетике, промыл еще раз. А вот Марта приготовила филе палтуса, кусочек. Сейчас будем его употреблять.